Друзья, всем большой морозный привет. Надоело мне ездить на водохранилище. Прибыл я сегодня на реку в надежде половить плотву на безмотылку. Продолжаю осваивать рыбалку на кивки из рентгеновской пленки и гвоздишарики уловка от Александра Зайцева. Сторожки и мормышки, которые я сегодня использовал, вы сможете найти в описании внизу под этим видео. Ну а что у меня сегодня из этого из-за всего получится, я думаю, вы сейчас увидите сами. Надеюсь, что рыбалка состоится. Просверлили мы луночки вот тут вот у коряк. Вот здесь вот Саша с Мишей там сидят, пока ловят, но рыбка не клюет. И я еще дал рядок вот здесь вот луночек. Сейчас буду закармливать, потому что если их не клевать не будет, то хотя бы попробовать половить сторожку. Там-то сюда. И водички добавим. Ну все, закармливаем. Ну, в общем, диагональ из луночек я сейчас закормил. И сейчас иду вон в тот завал. Попробуем подплести окуня. Если результат будет нулевой, значит пойдем на корни рыбалки. Вот Саша первую рыбку сейчас поймал. На что поймал? Как обычно, маленький бананч. Маленький бананч, вот такой вот пузан красивый. Это еще мелочь. Мелкий, да? Обычно, какие? Обычно клюет гораздо крупнее. Гораздо крупнее это какие? 250, 300? Ну, такие бывают. Так, среднячок 100-150. 100-150 грамм. Ну, то есть в завале, в лесу. То есть без мотылка в дровах? Да, отцеп мой лучший друг. Отцеп твой лучший друг. Понятно. Значит, надо идти дальше пробовать. Решили мелкого отпустить. Лови. Так, рыбалочку я решил начать с 0,1 лески. Значит, мормышка, гвоздишарик, уловочка, кивок из рентгеновской пленки, размер М, и достаточно длинный хвостик, чтобы у меня спина не уставала. Вот она, первая сторожечка на гвоздишарик, уловку. Вот такая. Сейчас попробую поставить какой-нибудь другой гвоздишарик. Попробуем что-нибудь более вызывающее. Ну вот есть вот у меня тут гвоздикубики. Есть гвоздишарики с вот такой вот бусиной. Ядреный глаз. Сейчас его и попробую. Вот такой. Вот она, вот она. Ух ты, какая хорошая. Вот она. На гвоздишарик, уловочку. С ядреным глазиком. Соблазнилась все-таки. Хорошая. Вот она. Вот она. Ух как. Забагрилась. За задницу. Странная рыбка. Рожечка. Вот она.
самой поверхности клюнула. Сорожечка загнила. Разъезжает. Прошло примерно 2 часа после того, как мы поднялись в верховье этой реки. Ну и сейчас мы решили поменять место. Пойдем туда ближе к машине. Ну и я попробую там еще на плюсе посидеть, покараулить сорожку. Может быть, у меня из этого что-нибудь получится. Посмотрим. Дрянный глаз. Вот он, вот он, вот он. Там рыбка хорошая. Ох, окунечек. Добрый. Как расшиперился, смотрите, ребята. Отлично, гвоздишарик как купил. Обалдеть. Что, пока сам поел, тут, наверное, уже и рыбка подошла. Вот он. Окунек. Опять окунек. Странно, прикормил лунки сухарями, а клюют окунки. Опа! О! Сорожечка подошла первая. Небольшая. Опа! Окунёк, наверное. Нет, сорожечка? Сорожечка попала сразу же. Какая поклевка была. Что это сам? Шестик, капец. Вот он. Какая хорошая. На гвозди шарик, уловочку. На 2.08. Класс. Приклюнулась. Вот такая хорошая. Рожечка попала, красавица. Опа. Так, ну чё? Какая хорошая. На гвозди шарик, уловочка.
ядреный глаз. Вот такая. Еще одна некрупная. Опа, вот это хороший. Это прям хороший. Хорошечек. Вот какая. Попалась, все-таки соблазнилась. Сорожечка. Ну какая. Вот она. Вот она. Вот она, сорожечка. Клюнула. Вот она. Вот она. Вот она, хорошая. Попалась. Попалась. Вот она. Какая бойкая попала. По размеру такая же, а я думал, что там уже грамм 150. Давай. Вот она. Все-таки вытряс я ее. Какая-то чуйка уже работает рыбацкая. Знаю, что уже рыба под лункой есть, держится. Рыбка не крупная, но клюет приятно. Загибчиками с такими хорошими. Да вниз иди, вниз, вниз. Вниз, вот туда. Давай. Хоп. Все, молодец. Опа. Так, ну чё, на живца. Ну какая хорошая. Сорожечка. Так, сейчас, ребят, попробую половить на гвозди кубик. Вот такой. С таким металлическим отливом. Посмотрим, может быть, рыбка на него будет чуть-чуть поактивнее отзываться.
Опа. Ух, какая попала хорошая. Вот, ребят, смотрите, какая попала сорожена. На гвозди кубик. О, класс. Вот. Гвозди кубик, уловочка сработал. Вообще прям я рад. Классная такая сорожка. Давайте впустим ее. Пускай лежит. Вот он. Вот она. Как хорошо клюнуло. Прям уж полностью его заглотило. Сорожечка. Вот такая. Вот она. В самой верхней точке клюнула. Вот еще одна попала небольшая плотвичка. Хвост у нее покусанный. Видимо, щучка ее грызла. Вот она. Вот она. Проклюнулась все-таки. О, вся изъеденная, смотрите-ка. Как будто бы только что ее кто-то покусал. Хвост погрызан. Вон как. Прям жестко. Вот такая. Да, в самой верхней точке на быстрый-быстрый тряс сделал паузу, и она тихонечко так загнула. Класс. Хорошая рыба, интересно ловить. Хитрая. Проводки подбирать. Прикольно. Сейчас попробую снова поменять мормушечку. Наверное, поставлю снова ядреный глаз. Посмотрим. Ну или вот такой вот зелененький сейчас поставлю. Попробуем на него. Вот она. Проклюнулась. Маленькая. На гвозди шарик. Уловочка. С такой зеленой ядовитой бусинкой. Очередной трофей в этот чудный день. Как хорошо берет. Сегодня, в общем, просто фантастически отработал гвоздишарик ядреный глаз. Я прям даже не ожидал, то, что будет такая перемена в клеве. Тоже хорошо работал гвоздик с латунным шариком.
Очень понравился мне тот тряс, который позволяет задавать сторожок из рентгеновской пленки гнутый. Получается такой очень четкий тряс с равной амплитудой. Если к этой размеренной амплитуде приплюсовать еще равномерный подъем, то получается просто убийственная проводка на плотву. Ну, собственно говоря, вы это уже, наверное, и так сами видели. Ну а моя небольшая рыбалка сейчас подошла уже к завершению. Поймал я порядка 4 десятков сорожек. Рыбалкой я вообще вполне доволен, потому что оторвался по поклевочкам, оторвался по вываживанию на тонкой леске достаточно бойкой рыбы. Но у меня на этом все. Увидимся с вами в следующих рыбалках.